Обожаю играть из кого-то. Я вот недавно научился слаживать кубик Рубика. И знаете что? Это прикольно на самом деле. Напиши в комментах, умеешь ли ты слаживать кубик Рубика. А также напиши, какие еще головоломки есть у тебя дома. Ну вот, остались только решающие комбинации. Научил меня слаживать папа. Но хочу дать подсказку, этого можно еще и научиться в Ютубе. Там есть видеоуроки. Алло. Хорошо, оставьте, я сейчас приду. Да. До свидания. Посылка какая-то. Тиш, ты что-то заказывал? Нет, я ничего не заказывал. Ладно, Тиш, жди меня здесь, я сейчас заберу и приду. Интересно, что же за посылка такая? Ничего себе посылочки! Как же мне их дотащить? О, тяжелая. Надо Тише позвонить. Он мне поможет. Алло, Тиш, тут две таких огромных посылки. Тяжелые, блин. Не дотащу сам. Выходи, поможешь. Посылки большие? Хорошо, сейчас иду. Че там там? Смотри, какие огромные! Ничего себе, Дон! Ты зеленый, а ты такой! Наконец-таки мы уже затащили эти две кораблики в дом. Как ты думаешь, кто там внутри? Прямо сейчас поставь видео на паузу и напиши в комментах. Открываем? Конечно, открываем. Ну, наконец-то!
тебе скажу, ты крутой тесть. Да, мне тоже нравится. А ты хочешь покатиться? Конечно, хочу, тесть. Ой, аккуратно. Свое мнение вы сможете написать в комментах. Поставьте лайк, если хотите узнать, что во второй огромной коробке. Ведь она была больше за коробку, в которой был мотоцикл. Подписываемся на канал и всем пока!